Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область. Роман Скляр проверил готовность теплоисточников областного центра к зимнему периоду, а также работы по масштабной реконструкции ТЭЦ и тепловых магистралей в Экибастузе. Из запланированных при 1000 ремонтов 40 единиц оборудования энергоисточников, работы выполнены на 18 объектах, по остальным ведутся согласно графикам. Запасом топлива все ТЭЦ обеспечены в полном объеме. Сейчас станция работает в 4-котельном режиме с одним котлом в резерве. Для вхождения в зиму нам достаточно 3 котла в работе, чтобы обеспечить теплом город Павлодар. По турбинному оборудованию провели мы запланированный ремонт 3-й турбины. Полностью капитальный. Сейчас находится в ремонте вторая турбина. По второй турбине по графику выйдет 13 октября с ремонта. По готовности турбинного оборудования мы еще сделали в июле месяце полностью теплосеть всю. В целях бесперебойного и безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в плановом порядке проведена подготовка инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда к приему тепла. К предстоящему отопительному сезону полностью подготовлены все социальные объекты региона. Жилищный фонд имеет готовность на 98%. Учитывая наружную температуру, отопительный сезон планируется начать 30 сентября, 1 октября, сказал Аким области. За 2 гидравлических испытания весенние и осенние в Павлодаре выявили 600 повреждений. 380. В общем, у нас 1999 по области. 387 в Экибастузе и 600 в Павлодаре. Все повреждения устранены. Сейчас идет подача ГБС. Из 1281 дома фактически у нас сейчас осталось около 120 домов. Это планируется буквально в течение 3-4 дней. Приемы тепла готовы, по жилому фонду тоже работа проведена. Осталось где-то около 150 домов, которые надо подготовить, где надо завершить. Эти работы мы планируем все завершить до 25 сентября. Я говорю, тариф обмена инвестиций должен. Программа рассчитана до 2029 года. Должны в полной мере ей воспользоваться. В ходе рабочей поездки первый вице-премьер посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом проводимых ремонтных работ, в которых задействовано свыше 400 человек. Отставания на графика нет. До конца сентября, к старту отопительного сезона, на станции будут полностью готовы к работе 6 из 10 котлоагрегатов, по 3 водогрейных и энергетических. Ремонт оставшихся 4 котлов планируется завершить до конца октября. Вы 20 сентября 4 котлами, когда мы с вами договаривались, да, с вами, да? Да, да, но мы... Сейчас но мы 20... Но мы... Скажите, вот специально промывку сделали и опрессовку, предварительную опрессовку на 3 котлах. Да. Из 10 5 котлов у нас должно быть. 5 котлов, этого, да. То есть 7, которые... Да, да, прописано, да. Мы запомнили. Сайм еще утвердил, да. Утвердил Министерство энергетики. Так точно. Все. Я ежедневно получаю информацию, идете по графику. Да. Вот один котел продления вам дали, да. Он резервный, в принципе, ничего страшного не случится. Как сообщил генеральный директор Павлодарэнерго Олег Щемель, в зиму предприятие войдет с отремонтированным оборудованием. Проведен очень масштабный ремонт. Заменены поверхности нагрева котлов и в целом проведен капитальный ремонт оборудования всей станции. В сжатые сроки проведен ремонт вспомогательного оборудования. Также завершаются работы по тепловому контуру, ремонт стены и кровли зданий станции. Ранее в истории ремонтной компании Экибастуза такого не было. Все котлы, которые сейчас будут в работе, все новые, поверхности нагрева новые, да, вспомогательное оборудование, часть тоже, замена произошла. А теперь те дефекты, которые по зданию, мягко называйте дефектами, да, по зданию кровля, стеновые панели различные там поставили, да, и кровля, и там, где обрушение было, кирпичный квадрат. То есть станция должна в будущем году при каких-то капитальных вложениях, которые вы сами говорите, что никогда в своей многолетней практике это не видели. Фактически новая станция закрыта. Ну, она может быть внешней, не совсем презентабельная, но оборудование должно работать. В целом, на всех теплоисточниках Павлодарской области проведена большая подготовительная работа к отопительному сезону. Согласно действующих нормативов, заготовлено более 415 тысяч тонн угля и 4 тысяч тонн мазута. Мурат Ибилмажит, и это Сакпарат.